в один кабинет заводили, да, и говорили: Александр Алексеевич, ты вот там предприниматель там и прочее все это. И они говорили, что ты нам не нужен. Угу. То есть нам нужны чиновники. Угу. И они хотели, чтобы, значит, вот эти подброшенные деньги, значит, я сюда привез и бросил, так сказать, в мэрию. То есть вам предлагали передать эти деньги красноярским чиновникам? Да, да, да. Угу. Вот. На что я сказал, что я этого делать не буду. Вот. Потом они там подкидывали этот уголовный кодекс. Вот прочитай. Значит, ты вот если это деяние сделаешь, значит, мы тебя отпускаем, да? И нам не интересен. Ты как бизнесмен, там в Москве много таких, как этих бизнесменов, да, как Баталов. Вот. Нам интересны именно чиновники. Угу. И цель-то именно была, вот именно была та, что взять и, так сказать, забрать отсюда чиновников и везти туда, в Москву, в эту, определить матросскую тишину.